Мы-то про себя знаем, что мы, ну, не очень хороши. Это мы другим расскажем, что у нас что-то с щеками, с попой там, и так далее. Вот. А мы-то про себя много чего знаем. И вот принять себя целиком, вот это действие. Это сложно. Но то есть много на самом деле вещей в нас, которые нуждаются в принятии. Это не какой-то, ну, давай, полюби себя. Какое, что нужно полюбить? Вы можете с собою владеть, и вы должны бережно к этому относиться. Это будет очень конструктивно. Это будет любовь, в которой нету никакого противостояния с кем-то вовне. Меня не любят вовне, зато я буду любить себя сам или сама. Но это же цель, поставленная ошибочно. То есть надо сначала себя как бы принять, а потом осуществлять заботу о себе. А это сложно. То, что забота о себе, это не то, что мы себя подстригли, навели маникюр и там, я не знаю, купили себе машину дорогую. Забота о себе это мое движение к тому, чтобы уменьшить страдания собственные. Перестать испытывать его. Контролировать. Это забота о себе. А все остальное это ерунда.